Так, друзья, всем привет! Сегодня хотел бы вам презентовать две новинки от компании DAM. Это катушки, предназначенные для фидерной ловли в размере 5000, модели Quick 1 и Quick 2. Модель Quick 1, как я уже сказал, позиционируется как катушка для ловли фидера. У нее низкая шпуля. Для того, чтобы не мотать лишнего бекинга, немножко пройдемся по ТТХ. Так, у нее стоит 4 подшипника, передаточное число 5,2 к 1. То есть очень хорошо подходит для ловли на фидер. То есть такая передатка. В принципе, долго останавливаться на данной катушке не будем, потому что она точная копия предыдущих катушек Quick 1. Здесь, в принципе, ничего такого не поменялось, добавился лишь размер. Данные катушки, в данном модельном ряде есть катушки в размере 1000, 2000, 2500, 3, 4 и теперь есть уже в 5000 размере. Вот. Фрикцион у нее длинный. В принципе, для фидерной ловли это не так уж и важно. Да, что изменилось, здесь уже теперь стоит круглая металлическая подпружиненная клипса. По сравнению с предыдущей стояла треугольная пластиковая. Вот, в принципе, ну и все. Более интересная моделька – это Quick 2. У нее немножко изменился дизайн с прошлой катушкой. Вот у меня есть... из прошлой серии катушка 4000, тоже с пометкой фидер. Она была более глянцевой покраски такой вот. Что изменилось существенно? Изменился кноп. Здесь более широкий, более приятный кноп стал. Катушка из новой серии теперь стала в матовой расцветке. По техническим характеристикам, в принципе, осталось то же самое. 6 подшипников. В передатке тоже 5,2. Вот я намотал специальную леску, чтобы посмотреть, как укладывает она ее. Укладывать также по-прежнему очень даже неплохо. Ход остался таким же плавным. Но думаю, что данный размер подойдет на удилище от длины 3,60, 3,90, 4,20. То есть многие ждали данный размер катушки, но теперь у нас он есть. Да, я приготовил здесь весы, чтобы, так как на коробке вес не указан, сейчас я буду взвешивать и скажу, сколько весит данная катушка. Вот, данная катушка весит 414 грамм вместе с леской. Quick 1 весит у нас 405 грамм без лески. То есть отличие между этими катушками, Quick 1 и Quick 2, здесь немножко другая дужка лесоукладывателя. Здесь вот толстая проволока, переходящая в ролик. Здесь как бы более плавная. Плавный переход к ролику, то есть леска будет сразу попадать на ролик лесоукладывателя. В принципе, и все. Также здесь, да, появилась такая же круглая подпружиненная клипса металлическая, на мой взгляд, очень большой плюс. В предыдущей была обычная треугольная пластиковая клипса. Вот. По этим катушкам кратко все.